Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Спасибо тем, кто помнит великого азербайджанского певца Рашида Бейбутова. И тем, кто родился недавно и слышал о нем только от своих родителей. Я родился, можно сказать, с песнями Рашида Бейбутова. И, может быть, если бы не он, я и не стал бы никогда певцом. Я настолько потрясен был его пением, я пытался в детстве что-то изобразить подобное, но у меня ничего не получалось. Не получалось, потому что я понимал, что как эти песни поет он, больше так никто никогда спеть не может. И я занялся итальянским репертуаром. Я не могу не обратиться и сказать большое спасибо президенту Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву. Я хочу поблагодарить мэрию города Баку. Хочу поблагодарить наших спонсоров вечера. Понятно, что я вас просто приглашаю, а платят другие. Я хочу поблагодарить главного спонсора нашего вечера. Фирму IMEC Англия и Кемал Зейналзаде. Я хочу поблагодарить фирму Crocus International и моего давнего друга Араза Агаларова. Очень благодарен Вадиту Алекперову, нефтяной компании «Лукойл», звезда Рашида Бейбутова. Как метеор она сверкнула сразу ярко, когда он появился в фильме «Аршин Малалан», бессмертное творение великого азербайджанского композитора Узейра Гаджибека. Фильм облетел весь мир, и имя Рашида Бейбутова стало известно практически во всех уголках земного шара. Рашид Бейбутов был певцом от Бога, потому что, слушая сейчас его записи, я понимаю, что его пение не устарело, не стало старомодным. Это искусство великое, и оно будет жить очень и очень долго, пока существуем мы с вами. А сейчас я хочу представить сцену очаровательной женщине, которую я видел еще совсем в юном возрасте, но узнал, когда увидел за кулисами. Мы не виделись очень много лет. И я не знал, что она выросла в хорошую, большую певицу. Но она не имела больших спонсоров, поэтому ее имя неизвестно. Но зовут ее Рашида Бейбутова. Thank you.
sevmem sensen arzumsan ey hayal. Gel kıvrak kalbini en yakın dostum, gel gönlümü sen al. Sen arzumsan ey hayal. Gel kıvrak kalbini en yakın dostum, yine sen geldin ey şirin hayal, ey şirin hayal. Куда, скажи, уйти мне от своей судьбы? Забыть на сумрачный рассвет идет за мною вслед, и мне покоя нет. Забыть на солнечный закат залила на века все пути. Никуда, никуда, никуда мне от нее не уйти. Нет, не уйти в ней во сне. Come on.
ухом в тишине твои звучат шаги, как вешние стихи. Забыть, но горькая трава и небо синева хранят твои слова. Река залила на века все пути, никуда, никуда, никуда мне от нее не уйти. Нет, не уйти, мне во сне не уйти от любви своей. Забыть, но как тебя забыть? Уважаемые москвичи, дорогие зрители, дорогие слушатели, сегодня прекрасный вечер, и вы простите меня за мое волнение. Я впервые присутствую в Москве, на сцене в Москве. Я впервые пою на сцене в Москве. Сегодня великолепный вечер в память великого, всеми нами любимого Рашида Бейбутова. Огромное спасибо, что вы пришли. Огромное спасибо, что вы пришли сегодня почтить его память. Этот концерт наш любимый Муслим Магомедович очень правильно, очень красиво назвал «Звезда Рашида Бейбутова». Вот сегодня это свет уже далекой звезды, далекой и, тем не менее, очень близкой, очень любимой нами звезды Рашида Бейбутова. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, которые принимали участие в создании этого великолепного концерта. Муслим Магомедович перечислил всех, но я выражаю огромную общую благодарность истинным сыновьям нашего народа, которые с такой любовью, с такой нежностью, такой сыновней любовью организовали великолепный вечер. Большое вам спасибо, что вы пришли на этот вечер.
помните его. Рашид Бейбутов был певцом не, так сказать, ни одного только жанра, ни одного плана. А также он не пел только на одном языке, он пел на многих языках. Приезжая в ту или иную страну, он обязательно, я помню, выучивал песню на языке этого народа. И довольно часто он пел песни на украинском языке. Я помню его исполнение, известный «Рушничок», «Дивлюсь я на небо». И поэтому мне приятно сейчас, это не потому, что он пел только на украинском языке. Естественно, просто я учился в Италии и всегда дружил и люблю очень нашего известного певца Толю Соловьяненко, и я объявляю народный артист Советского Союза Анатолий Соловьяненко. Сейчас я приглашаю с удовольствием на сцену свою давнюю, любимую подругу, диктора Центрального телевидения Светлану Моргунову.
Добрый вечер. Очень символично, что на этой же сцене я встречалась с великим певцом несколько раз, много лет назад. И вот впервые вечер памяти великого певца проходит также на этой сцене. Итак, мы продолжаем вечер, и сейчас я приглашаю сюда на сцену народную артистку Азербайджана, лауреата международных конкурсов Хураман Касимову. Песня Гюльчохры из оперетты Гаджибекова «Аршын Малалан». Thank you.
Богема. Декада открылась оперой Фикрета Амирова «Севиль», которая повествует о тяжелой судьбе азербайджанки, едва не ставшей жертвой дореволюционных бытовых устоев. Идет третье действие. Увлекшись красавицей Дельбар, Балаш выгнал из дому жену Севиль. Но Дельбар не верна. Балаш тяжело переживает свое одиночество. Партию Балаша исполняет народный артист республики Рашид Бейбутов. Ah!
что ж, как видите, не каждому эстрадному певцу, а Рашид Бейбутов все-таки считался известным эстрадным певцом, довелось петь на сцене прославленного Большого театра Союза СССР. И поэтому сейчас я с удовольствием передаю эту сцену, место на этой сцене человеку, который не так давно оставил Большой театр, уйдя в бизнес. Но я как-то на его юбилей сказал, что твое место в Большом театре до сих пор еще не занято. Он был королем оперы, королем баритонов. Александр Ворошила. С Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстною негами дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино. Она только взглянет, как молнией ранит, и пламени любви сордеет в крови. Она засмеется, или песней зальется, и жемчуга врет, в лицо осветет. Но страсти кипучей и бурной говорят и к блаженству манят, блаженству лапзаний, безумных желаний, пожатием нежным руки белоснежной, к забвению горя и к счастью безмерне с конца и границ. Сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстною негами дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все. Aziz dostlar, akşamınız xeyir olsun. Salam aleykum. Добрый вечер, дорогие друзья. Я счастлив быть вместе с вами на этом вечере. Минулу. Я много раз бывал в Баку, в Азербайджане. У меня очень много друзей. Меня пригласил сюда, как нас всех, выдающийся артист и певец Муслим Магомаев. Но если бы он меня даже не пригласил, я все равно пришел бы. Я дружил, и у меня были знакомые, близкие знакомые. Великий Ниязи, Каракараев, Тофик Кулиев. Продолжаю дружить с замечательными артистами ансамбля «Гая». 2 года тому назад я был на юбилее палата Бюльбюля Глы.
И когда я вышел из гостиницы, которая называется «Азербайджан», «Интурист-гостиница», прошелся по улице и подумал, в Москве нет ни улицы, ни переулка Утесова, ни улицы, ни переулка Шульженко, ни улицы, ни переулка Аркадия Райхина. Но одна из центральных улиц в центре города имени Рашида Бейбутова. Это говорит о многом. В республике ценят деятели культуры такого класса. Я Бейбутова увидел, не был еще знаком, где-то в 50-х годах в летнем театре «Эрмитаж». Ну, во-первых, он поразил меня своей внешностью. Вышел красивый человек, черный, как смоль, волосы, черные лакированные башмаки, белоснежный костюм, черная рубашка, белый галстук и черный платочек. Это уже потом мода на черные рубашки пошла. И вообще на нашей эстраде два человека, не говоря о таланте, чисто внешне были законодателями мод. Это Рашид Бейбутов, это Аркадий Райхин. Я был с Рашидом Бейбутовым в длительной поездке, трехмесячной поездке по странам Латинской Америки. Это Перу, это Боливия, это Гондурас, это Сальвадор, Коста-Рика, Аргентина. И когда в Буэнос-Айресе Рашид Бейбутов спел на азербайджанском и на испанском языках знаменитое танго «La Comparsita», зал взвыл от аплодисментов. В одной из газет Буэнос-Айреса было написано: «Наш знаменитый певец Карлос Кардель». По глубине он, конечно, поскольку он аргентинец, он лучше исполняет танго. Но как спел этот человек из Баку, с этими высокими нотами Карлосу Кардели и не снилось. Чоксал. Спасибо. И сейчас для вас поет солистка телевидения и радио Азербайджана, солистка студии имени Рафика Бабаева, бриллиант Дадашева. Onu baban kızı, derse beter yıl onu baban kızı. Hey, 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 hey. Ağaç dalma yetişip derdiz ol, dostlar için sen onu gönder tez ol. Ağaç dalma yetişip derdiz ol. Sen onu gönder tez ol, dostlar için sen onu gönder tez ol. Yaşıl bağın güzelidir alma, yaşıl bağın güzelidir alma. Alman derdin daha bağda kalma, alman derdin daha bağda kalma. Alman derdin daha bağda kalma, alman derdin daha bağda kalma. Объятиях вижу счастье свет. Ты первая любовь юных моих лет. Мой город красоты и славы и мечты. Мое богатство ты, богатство.
родной, мой город красоты и славы, и мечты, мое богатство ты, Баку родной, Баку родной, Баку родной. Baktıkça doymuram güzelliğinden, Aziz balam kimi sevimli sensen. Her yerde her yanda değirem ben. Sen benim şöhretim, şerefim, kudretim, tükenmez servetim, canımsan Bakı. Bakı benim şöhretim, şerefim, kudretim, tükenmez servetim, canımsan Bakı. Canım Bakı, anam Bakı. Тамара Гверцители. Ведь того, что Рашид Бейбутов родился в прекрасном цветущем городе Тбилиси, я хочу исполнить песню, посвященную понятию, которое также одно, как родной город. И это самое дорогое в нашей жизни для каждого человека, нашей мамы. И я хочу посвятить памяти женщины, которая дала миру Рашида Бейбутова. Мамам, ныне здравствующим, мам, которых нет, но мамы не умирают, они просто уходят в мир иной. Итак, премьера песни «Мамины глаза». Мой сын, мой цветочек, мой бутон, самый мой счастливый сон, мой сын, усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный страх пройдет, и я усну. В детстве засыпала на руках с куколой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Мамины глаза все на свете понимают, мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза. У-а-у-а-у-а-у-а-у. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя, мой сын. Ты прижмись ко мне сильней и меня собой согрей, мой сын. А я спою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей в раю. Ведь все пройдет, как
книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Мамины глаза все на свете понимают, мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза. О-о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 -
счастье все своих детей. И прощать, а не прощаться мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Пришло и мое время. Прозвучало много песен на разных языках. Поэтому я решил свое выступление начать с русской песни. Давайте уж вдоль по питерской. Меня, кумадо.
спасибо. Тем не менее, грустно знать, что в скором времени звезда уже любого человека, любого творческого человека должна закатиться. Ну и приятно, когда вдруг на закате звезды вдруг видишь какую-то новую звездочку. Недавно, посетив город Баку, я увидел и услышал мальчика. Меня потряс его голос, его музыкальность, его скромность, обаяние. Много мальчиков сейчас поет. Ну вот он как-то меня тронул. Надеюсь, что он тронет и вас. Но дело в том, что мальчики, они есть мальчики. Проходит мутацию, он может вырасти в большого певца, а может больше не петь. Я молю Бога, чтобы этот мальчик пел, потому что он музыкален, он поет с душой, ему дано все для того, чтобы стать большим певцом. Ну а сейчас пока маленький певец. Сурхай Аскеров. Thank you.
А сейчас гость. Я благодарен ему, что он согласился принять участие в нашем концерте. Тем более, что наше первое отделение не может не завершиться песней о нашей столице. Но не буду забегать вперед. Я с удовольствием представляю сцену Олегу Газманову. Спасибо, друзья. Для меня большая честь. Когда я был маленьким, я никогда даже не предполагал, что такой потрясающий человек, вот он ушел, к сожалению, как Муслим Магомаев, пригласит меня участвовать в замечательном вечере, посвященном памяти великого певца. И вы знаете, детей невозможно заставить что-то полюбить. Они или любят, или не любят. Вот когда я был маленьким, мне страшно нравились эти песни. Песни, которые пел Рашид Бейбутов. Вот эти «По горным дорогам». Я так, конечно, не могу спеть. Это прекрасно было в его исполнении. Эти все песни. Аршин Малалан. Я все эти песни помню и знаю. Когда я был маленький, я не знал, кто это поет. Мне просто нравилось. И вот, к сожалению, сейчас между нашими странами границы. Но музыка не знает границ. И я счастлив, потому что на этом гигантском пространстве, в котором мы были и жили, были и сейчас они есть потрясающие культуры. Национальные мелодические культуры разных стран, и мы все знаем друг друга. И я очень люблю азербайджанскую музыку, я люблю потрясающий город Баку. И я не знаю, я много мог бы еще говорить про это. И я знаю, что не было бы моих песен, если бы я не знал таких великих певцов, как Муслим Магомаев, Рашид Бейбутов и, к сожалению, ныне покойный потрясающий джазовый музыкант Вагиф Мустафа Заде. И сейчас вот мы все в Москве, я с удовольствием спою песню о новой Москве, о потрясающем городе, который мы все знаем и, возможно, все мы его любим. Я его очень люблю. Эта песня называется «Москва». Thank you.
смотрю с воробьевых высот на ночное созвездие огней. Пусть в Москве уже за 800, мы вовек не состаримся с ней. На проспекты прольется весна, озорные нагрянут грачи, и столицы опять не до сна. С днем рождения моей, москвичи! Москва! Звонят колокола, Москва! Золотые купола, Москва! По золоту икон проходит летопись времен. Москва! Звонят колокола, Москва! Золотые купола, Москва! По золоту икон.